Марселька, умничка, перешел на ягодки. Папа говорит, выгони его на улицу, чтобы он уже не ел сухой корм. А мы голодали все утро. Да, Марсель? Теперь у нас есть ягодки и можно кушать. Попугаем, скажи, оставлять не будем, да? Сейчас все съем, скажи. Тут их было много, стало мало, пока я пришла. Саша, говорит, иди посмотри, он и ест ягоды и не просит сухой корм. А дома ягоды даже не ест. Я пошла, посмотрела. Точно, ест ягоды. Даже не смотрит на меня. Терри, не трогай петухов. Пусть себе играются. Иди к своим щенкам вообще, если такая умная. Марсель, доедай. Ты сейчас попугаи слезут и все съедят. Горох он даже не притронулся. Че ты отвернулся от меня? Я тебя, наверное, снимаю. У тебя красивая морда, когда ты кушаешь. Марсель. Вот уже Марсель. Вот уже Марсель такой, Марсель. А вы кушаете ягодки? Кушаем. Молодцы. Мусорчики там. Не трогайте этих петухов уже. Что вы их гоняете? Дикие собаки. Петухов не видели. Терри, иди сюда. Сейчас пойдешь к щенкам своим. Терри, сейчас скажу папе, чтобы он тебя домой загнал. Терри, веди себя прилично. Не ведет. Марсель уже... О, Люция, ты где была? А вообще-то еще я... Марсель, не доел. Ой, такой едок, господи, сухой корм уже, наверное, хочет. Да? Катя? Так, вы остаетесь на хозяйстве тут, старшие. Потому что я сейчас этим... Я тебе сейчас дам, Терри. Что это такое, а? Идем домой за такое поведение. Терри, домой. Поведение ужасное. О, сейчас мы вам покажем крупным планом. Кого, Микки? Интеллигентку. Сидит. Интеллигентка. Не тикает. Вот такая хорошая Микки. Люция, ты дружишь хоть с ней? Что она сама по себе? Ну, она не сама по себе. Она такая собачка, я вам скажу. Только кот чужой во двор, она лает больше всех. Да. Все посмотрели красиво Микки. Люция, конечно, звезда. Ты понял, что я Микки снимаю? Стала мне так позировать. Я Микки снимала. Микки знает, что снимаю, отвернулась. А Люция нет, она любит наоборот смотреть. В камеру говорит, снимайте, фотографируйте, я улыбаюсь. Да? О, ну разве Микки можно снять? Взяла, отвернулась. Что, вас папа в решетку закинул? Да? Вам же доверять нельзя, возьмете улетите. Что тут у нас еще? О, тоже мы ягодки кушаем. Ой. А этот горох кушает. Мадонна с горошком. Элли с ягодкой. Каждый выбрал себе по вкусу. Джесси, я снимаю, ты не мешаешь. Сейчас побудут на улице. До часов 6-7. Утра, а потом буду дома орать мне или не орать. Да, то
Зато у них клеточка закрыта. Зато можно спокойно кушать. Никто не отберет. Терри, зачем ты гоняешь петухов? У тебя дома куча собак. Иди гоняй своих собак. Так, котов не вижу, а все коты на улице. Вот что, есть коты? Нет котов. Коты меня? Нету. Где мои коты все? Никого не вижу. Кошки! Нету кошек. Кошки все в засаде. Марсель, ой, мой умничка, кушай ягодки, Марселька, кушай. Ягодки очень надо. Вот это мне нравится, что он ягодки кушает. Собаки, не гоняйте мне петухов. Уже целятся. Чего с Марселем не дружите? Идите вместе с ним ягодки кушайте. Посмотрите, как он прекрасно кушает. Вот так. Африка, ну не целься. Это же надо вот это. Терри, иди сюда. Где вы там? Терри, иди сюда. Это вообще территория петухов. И там живут петухи и кое-кто. Вот кто-кто выходит. Последний. Уже давно все черепахи повыходили, а ты только выходишь. А то, что эти собаки. Африка! Это последнее вышло на сенокос. Ну, так начинается, скажу, у нас утро. Я гоняю Терри. Терри! Это кошмар какой-то. Потом я еще собак загоню домой, лишь повыгоняю. И так день проходит. Что там во рту? Ой, Масилька, иди сюда. Иди, Ося. Я тебя там не погладила в клетке. Я тебя тут поглажу. Арчи жадина думает, раз Марсель что-то ест, может и тут что-то съесть. Папа там наверху положил такое же. Такие же ягоды, все такое же. Украл и думает счастливый. Схватил, уронил. Терри! Ой, не кричи, барон, ты что? Соседи, может, еще спят. Терри! А ну вылезь из помидоров, Терри! Ужас. Так, собак надо домой. Это не поведение. Та-та-та-та-та-та-та. Терри, иди сюда. Терри, дай спокойно погулять. Терри, Терри, иди сюда. Иди, Терри. Так, все, у тебя щенки есть. Есть кого гонять. Котята уже скоро будут бегать. Никак не дождемся.